Подрядчик, общество с ограниченной ответственностью «Веста», ремонтирует участок трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 44 по 46 километр. Дорожники работают днем, так как ночью не позволяет минусовая температура. Поэтому на участке трассы организовали реверсивное движение. Ремонтируют объект в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Закончить планируют в середине марта. Срезаем старый слой. Укладываем новый нижний слой для выравнивания мелких неровностей объекта. Дальше будем производить укладку верхнего слоя покрытия, то есть несущего слоя, который будет уже отвечать за характеристики прочностные. Постараемся закончить с опережением, все для этого есть, и ввести его досрочно. Также по этому нацпроекту ремонтируют дорогу Верхнесадовая-Семеренко протяженностью 3,5 километра. Подрядчик, общество с ограниченной ответственностью «Дорожник», обещает завершить работы к концу мая. Строители сняли старое покрытие и укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. Нам предстоит еще ликвидировать просадки, которые здесь были до того, как мы начали ремонт, и уложить верхний слой покрытия. До того, как мы сюда зашли, дорога была в удовлетворительном состоянии, но на основании дефектовки и межремонтных сроков ее принято было отремонтировать. На данный момент при укладке асфальтобетонной смеси у нас работает один асфальтоукладчик и 4 дорожных катка. Как отметил заместитель руководителя дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Александр Ширяев, дорогу Верхнесадовая и Семеренко начали ремонтировать после обращения местных жителей. Да, у нас и происходит ежегодная диагностика автомобильных дорог. Также у нас есть межремонтный срок автомобильной дороги. Ну, то есть, и на основании этого мы приступили к ремонту автомобильной дороги. Это обычный ремонт, то есть трудностей пока никаких не возникает у нас. Движение здесь минимальное, ну, трафик движения, поэтому работы идут полным ходом. Всего по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году планируют отремонтировать 50 улиц Севастополя. Маргарита Борисенко, Севинформбюро.